чтобы я задал конкретный вопрос. Если вы, как администрация, это отозвали, то наш иск не является действительным. Мы сказали, что иск наш пусть остается, потому что все еще может повториться. А 10 числа жители домов проснулись под грохот трактора, которые занимались ровно тем, что начали работы, связанные с благоустройством данных, прилегающих территорий на данных земельных участках. При этом данное разрешение на размещение было выдано, как мы считаем, в соответствующий иск форме заявлен, с нарушением наших прав, то есть с нарушением закона. Потому что процедуры общественных обсуждений не проводилось. И мы очень надеялись на то, что администрация 12 июля 2019 года направит уведомление об отзыве данных разрешения на размещение, признала данную ошибку и решила действовать в соответствии с законом. Мы надеялись на то, что администрации будет организовано общественное обсуждение, по результатам которых уже будут приняты какие-либо решения. Объясните нам тогда, пожалуйста, как администрация, как почему действия администрации, потому что, естественно, нам не сразу, как обычно, да, там, с боем, мы выбили этот ордер на производство этих строительных работ. Почему слова администрации расходятся с делом? Все? Могу, да? Да. Ну, смотрите, я так полагаю, что отзыв того единственного разрешения на размещение, которое был выдан летом, решение суда у вас есть? Решение суда какое? Потому что процессов сейчас нет. Вот 11 сентября 2019 года. Но это решение не вступило в закон. Да, конечно. Но здесь же есть решение судьи о том, что отзыв, разрешение на размещение признать незаконным. Данное решение суда еще не вступило в законную силу. Это первое. Второе. Данное решение суда обжалуется, поданы апелляционные жалобы. Мособлсуд. Когда? Уже должно было быть рассмотрение 11 числа. Его перенесли по причине того, что